Продолжается апгрейд велосипедов от байк с мотором. У нас теперь уже появились новые сумочки, в которых спрятаны все принадлежности. Есть вот такая вот кормушка. Кормушки заказывайте. Кормушки у нас очень дешевые. Сумки на руль. И появился багажник. Передний багажник. Таким консольным креплением самодельным. И любые сумочки. Здесь вот у нас тент, чтобы можно было от дождя укрыться. То есть, если начнет сильный дождик, можно накрыть велосипед и себя и спрятаться. Сейчас с разных ракурсов покажу все сумки, которые можно изготовить для вашего велосипеда. И крепление также мы устанавливаем и на вилку, и на раму. И можно сделать вот такие вот крепления для того, чтобы перевозить палатку, спальник и все что угодно. То есть просто на ленточке подвязывается вещь.